Минпросвещение России намерено дать школам право ставить в аттестаты о среднем 9 классов и среднем общем 11 классов образование, оценку зачет или незачет по некоторым предметам. Сейчас ведомство готовит новый порядок выдачи официального документа об образовании. Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить «зачтено» по музыке, физкультуре и изобразительному искусству. По словам министра Ольги Васильевой, некоторые образовательные учреждения сейчас оценивают учебу таким образом. Однако в аттестаты все равно идут тройки, четверки или пятерки. По мнению экспертов, эта инициатива снизит психологическую нагрузку на детей.